Всем привет, дорогие друзья! У нас новый день, новый влог. Я достала ленивые голубцы, сейчас буду убирать. И машинку мне так и не починили. По ходу дела этот шланг замерз с водой. У нас потому что морозы 40-50 градусов. Так, ладно, я сейчас буду в пакетик это убирать. Отделывать ленивые голубцы. И в пакетик уберу. Замерзли. И пельмени потом занесу. Тоже буду по пакетикам убирать, да сварить на отчасти. Ладно, всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Так, все. Сложила я ленивые голубцы. По 6 штучек вот так вот в пакетик. У меня получилось 6 пакетиков. Ну и тут 2 штучки. Все, убираем в морозилку. Так, муж занес пельмени, там манты. И вот здесь вот на стуле у меня еще занес. Все, сейчас разделываю и по пакетикам убираю в холодильник тоже. Так, у меня получилось 4 пакетика. Это вот с этого и вот с этого поддона. 4 пакетика пельменей. И вот здесь вот 12 или сколько штучек манты получилось. Все это убираю в морозилку, а вот эти я сейчас сразу сварю. Так, дорогие друзья, сварили мы пельмени. Очень вкусные получились. Дети уже все наелись. И вот я наконец-то села тоже кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Так, дорогие друзья, мы с Оксаной едем в город. Оксана, зачем мы в город едем? Да, на день рождения Оксана едет. Там Ильюша пошел уже. Он сейчас тоже скоро поедет в Соликамск. Так что вот такие вот у нас дела, вот такие вот у нас новости. Оксана, поверни сюда. Пельмени поела, вкусные? Да. Да. Ладно, идем на автобус. Пришли мы уже с гостей. Пытаюсь опять включить машинку стирать. Не знаю, мы думаем, что может быть шланг все-таки на улице переморозил. И поэтому вот сюда сделали, в бачок будем воду сливать. Попробую, включила. Сейчас посмотрим, будет, нет, работать. Крутить-то она крутит, так она потом не отжимает и не выключается. Ну, посмотрим, на полчаса на режим поставила. Посмотрим, что наша машинка покажет нам. Будет, нет, работать. Если нет, то пипец. Я осталась без машинки. Мы уже пришли с Оксаной с праздника. Оксана, расскажи, что тебе там понравилось. Только громко. Мы там танцевали под музыку, играли по лабиринтам. И там по лабиринтам, да, лазили? Ага. Ну. На батуте танцевали. Да, на батуте прыгала. Просто сегодня у ее одноклассника был день рождения. И вот они там, да. И они там веселились. Для канала, конечно, я ничего не снимала. Ну, для ихнего архива я сняла видео, смонтирую, потом им отправлю. А для канала ничего не снимала, потому что там не только моя Оксана была, там другие дети были. Ну, там родители явно будут против, чтобы показать детей. Поэтому вот так вот. Мы как-нибудь хотим, вот я понимаю, что это дорого. Катя, Егор, хотели бы вы сходить там полазить в лабиринте в карусель на втором этаже? Оксана бы хотела, да, Оксана? Ага. Как-нибудь попробую, может, подтоплю денег, и мы обязательно туда сходим. Там, как получается, ты что-нибудь покупаешь из еды, и можешь потом, дети твои могут там бегать, прыгать и скакать, ага. Играть. Ну, Оксане вот понравилось сегодня, да? Обязательно как-нибудь туда сходим, и обязательно вам тоже покажем. Потом мы сходили до подруги в гости, Оксана там еще посидела, поиграли. Сейчас пришли домой, я пробую опять включить машинку. Вчера я первый раз ставила, я уже говорила, половые тряпки постирать на 30 минут. По концовке она у меня стирала 4 часа, даже не выстирался. Потом мы уже силком двери открыли, чтобы достать их, и воду сами сливали просто с машинки. Попробовала второй раз поставить, опять на полчаса, после того, как отдохнула машинку. Думала, ну, может, что-то перезагрузилось. И это, поставила Ильюшину одежду на полчаса стирать. Она всю ночь стирала. В концовке сегодня достаем, вода в машинке так и осталась. Мы думали, может быть, шланг, вода перемерзла. Шланг сейчас сделали сюда в бачок. Попробуем так сделать. Если так не пойдет, значит, все, пипец. Я осталась без машинки. Но я надеюсь, что сейчас у нас работает. Посмотрим. Блин, вообще неохота без машинки оставаться. Да? Там сегодня они делали эти
слаймы такие, как бы самодельные слаймы. Там арбизы внутри, водичка и шарик такой. Сегодня один уже там лопнули по всему полу эти арбизы, знаете, разбежались, и они потом собирали их, бегали, да? Тортик кушали, потом это, там что тетя заказывала? Пюре с котлеткой с огурчиками, суши заказывали, суши, роллы. Коктейль, да, какой-то выпили молочный? Ну вот молочный коктейль попили. Газировку, да, поиграли. Короче, ребенок впечатлений очень много. Понравилось. Надо потом как-то мне их сводить туда всех. Я же, видите, я никуда не хожу, мне потому что денег обычно нету. А? Пока не всех. Пока не... Ну, потом... Нет, так сейчас у меня пока денег нет. Потом мы подкопим денежек и обязательно сходим. Так что вот такие вот дела. Феликс? На, Марина. На. Все. Ладно. Как машинка, посмотрим, что получится, потом вам все расскажу, потому что многие тоже стали переживать из-за того, что у меня машинка ломается. Я сама переживаю, если честно, очень сильно переживаю, потому что я без машинки, это все пипец. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо, и буду ведрами таскать воду. Может, просто чтобы вода перемерзла. У нас тут у знакомой, сегодня ее увидела, она говорит, у нас, говорит, вода замерзла в двухэтажном доме. Мы, говорит, остались без воды. Но у нас тут у многих вода в этом году замерзала, и по новостям даже рассказывали, у многих замерзала, потому что у нас тут и котельная одна сгорела. О, вода идет. Так, ладно, отхожу. Всем добрый день, дорогие друзья, у нас новый день, новый влог, я уже поставила воду на пельмени варить, ребятки пьют чай с колбаской, я тоже себе сделала кусочек хлебушка с колбаской, сейчас кофе попью, всем желаю хорошего дня и хорошего настроения, солнце опять слепит. Так, в целом, большую часть ребят спит, у меня проснулся уже Егора, Ваня и Марина, остальные еще спят. Я сейчас отварю пельмешек ребяткам, поэтому оставайтесь с нами. Занесла я пароварку. Хочу отварить манты. У меня там 12 штук есть. Помимо пельменей еще манты отварить. Уже отмыла. Все, сейчас вот соберу ее и поставлю манты варить. Так, поставила варить манты. И поставила варить последние 2 пакетика пельменей. Оксана у меня дальше домывает посуду, да, Оксана? Так замочи ее, чтобы она замочилась. Давайте я помогу. Давай, пока сосновала, это пока... не надо пока, пускай пока это лежит. Я потом сама тебе буду чистую посуду складывать, ты пока давай это, мой. Мой пока там, я сейчас прополоскаю посуду. Давай ты мой, а я буду полоскать. Так что все у нас заняты делами, да, Оксана? А маленький играет, а старшие делают уроки. Муж таскает дрова, Егорка у меня воду вынес, да, машинка у меня работает, только теперь она сливает у меня в бачок, и приходится быстро-быстро ведрами вытаскивать. Но самое главное, что машинка работает, а это уж до лета потерплю, а летом опять сделаем слив. Видать, слив просто перемерз. Ну а что теперь делать? Вот такие вот у нас морозы. Сегодня дети в школу опять не пошли, потому что они на дистанционном из-за морозов. Так что пишите, какая у вас погода. Хоть вы мне подуйте теплым ветром сюда, чтобы у нас тепло стало, а то мы тут замерзаем. Ладно, занимаемся делами, то нам некогда.
Отварила я пельмени, уже тарелки расхватали, я даже заснять не успела. Это папе. Тут Маша себе с майонезом, кто с майонезом, я ем без майонеза. А манты мои еще варятся, сейчас сварятся и тоже всем дам по штучке. По две там получается, попробовать. Не знаю, что-то мне не очень-то нравится так. Ну посмотрим, надеюсь, вкусно будет. Привет! Привет, моя хорошая! Это наша Лапуся. Все, кто спрашивали за нее, вот она. Ой, никуда мы нашу Лапуську не отдали. Наша Лапуська хорошая сидит тут. Да кому она нужна, ребят? Да, Лапуська? Ладно.